обещали почитать мне сказку. Спи, наша кисимисечка. Спи, наша хагивагечка. Это бесполезно, они совсем меня не замечают. Сколько можно плакать? Спи! Мэри, ты что творишь? Быстро иди в свою комнату. Это нечестно. Они совсем не обращают на меня внимания. Мама и папа забыли, что я их дочка. Раз я им больше не нужна, то и они мне тоже. Пойду найду себе новых родителей, которые будут со мной играть. Да, вот так вот, решено. Главное, ничего не забыть. Нужно забрать с собой все игрушки. И тебя, ананас. Покемона тоже возьму. И даже тебя, Пигги. Нужно взять с собой еду. Отлично. Конфеты подойдут. Копилочку разбивать пока не будем. Еще пригодится. А если будет холодно, то свяжем себе свитер. Теперь нужно все это как-то унести. О, думаю, это мне поможет. Ну все, я готова. В путь. Мальтипушечка. Фе, меня сейчас тошнит. Гудбай. Что за шум? Наверное, показалось. Кажется, тут рыбное родительское место. Ищу новых родителей. Добрых, хороших, которые будут читать мне сказки и играть в игрушки. Игрушки у меня уже есть. Но где же вы? Почему никто не подходит? Китнеп, тебе от меня не спрятаться. Я все равно тебя найду. Вот тебе пушистая морда. И еще вот так тебе. Стоп, а это еще что такое? Очень интересно. А ну-ка дай почитать. Ищу родителей. Что, кулон Китнепа? Да это же его дочка. Кажется, у меня есть план. Привет, я хочу быть твоим папой. Я даже не знаю. Пойдем, и сама все увидишь. Эй, а как же мои вещи, медведь? Стой здесь и ничего не трогай. Так, на чем я там остановился? Посмотрим, что тут есть. Целая куча игрушек. А еще... Стоп, целая куча игрушек. Мне здесь нравится. Класс, хочу поиграть вот с этой. И еще, наверное, вот с этой. Привет, как у тебя дела? У меня классно, а у тебя? Давай дружить. Чего-то не хватает. Что она там делает? Прекрати сейчас же. Я же тебе сказал, ничего не трогай. Вот, смотри, два главных правила. Смеяться запрещено, можно только грустить. Я целый день ничего не ела. Так хочется пиццы. Медведь, ты же теперь мой папа. Закажи пиццу. Отстань, я занят. Ну закажи, закажи. Я хочу кушать. Хочешь вкусную рыбку? Да, я люблю рыбку. Лови. Ура, сейчас покушаю. Обожаю рыбку. Вкуснейшая, красивейшая рыбка. Попалась. А ключики у меня. Эй, ты что творишь? Сам напросился. Спи! Давай, давай. Мне как раз нужно это свежее дыхание. Немножко соберем сюда. Все, отлично. Готово. Что задумал этот медведь? Подъем! Подъем! Эй, медведь, немедленно отпусти меня и эту девочку. Конечно. Может, вам еще пиццу заказать? Вот и пополнение к моей коллекции. Бедный Хаги-Ваги. Не бедный. Он теперь часть моей прекрасной коллекции. Будешь лежать здесь. Я не хочу становиться игрушкой. Пожалуйста, не превращай меня. Ха-ха, ты лишь приманка. Вот моя настоящая цель. А кто тут такой красивенький? Дорогой, мне кажется, мы были слишком грубыми с Мэри. Да, ты права. А пойдем к ней помиримся. Мэри, доченька, просыпайся. Мы были неправы. Здесь что-то не так. А ну сними одеяло, проверь. Там никого нет. Мэри пропала! Мэри, ты где? Мэри, выходи! Прости нас, Мэри! За шторой ее нет. Ну где же она может быть? Смотри, все ее игрушки тоже полностью исчезли.
Она ушла из дома. Что же мы наделали? Как же нам ее вернуть? Дорогая, не плачь. Главное, без паники. Сейчас мы что-то придумаем. И смотри, кажется, это нам поможет. Мы найдем ее по следу. Быстрее, вперед. Нитка ведет к двери. Кэтнеп, а с кем мы оставим котенка? Не волнуйся, сейчас я все устрою. Крафти, привет. Присмотришь за нашей малышкой? Всем привет! А вот и я! Крафти, ты так быстро! Ну все, мы побежали! Уже почти пришли! Ух ты, я что-то нашла! Что тут у нас? Ищу новых родителей! Теперь все понятно! Медведь выкрал Мэри! О нет! И как же мы ее спасем? Да мы просто наваляем этому косолапому негодяю! Вот как! Побежали! Только куда? Сюда! А нет, сюда! Кажется, я запутался! Что же теперь делать? Придумал. Сейчас мы найдем дорогу. Есть. Я вижу медвежьи следы. Китти, идем за мной. Мэри, наконец-то мы тебя нашли. Осторожно, сзади. Сюрприз, котики. Готовься к битве. Получай. Это тебе за то, что украл у нас Мэри. Ну вот ты и попался, Китти Кэт. Что? Но как ты это сделал? Куда делся мой красный дым? Добро пожаловать в коллекцию, пушистый. Так-то лучше. Теперь ты будешь сидеть вот здесь всегда. Хороший котик. О нет, папа, что же я наделала? Не волнуйся, Мэри. Сейчас я с ним разберусь. Эй, косолапый, лови. А ну-ка верни мне мой бластер. Размечтался. Сам отправляйся в коллекцию. А вот и ключи. Мэри, сейчас я тебя освобожу. Мамочка, я так скучала. Ну что же нам теперь делать? Как превратить Кэтнепа обратно? Я не знаю. Тихо, тихо, моя хорошая. Мама дома, мама рядом. Всем доброе утречко. Я знаю, как ее успокоить. Привет, малышка. Я тебя люблю. Прости, папочка, что не знаю, как превратить тебя обратно. Что происходит? Вы тоже это видите? Папа, ты вернулся! Ура! Мэри, ты здесь! Я вас люблю! И мы тебя тоже, милая! Это был интересный уровень. Посмотрим, что там у нас дальше. Объявляю вас мужем и женой. Стоять! Я вообще-то против. Коты, у нас проблема. Медведь! Приготовьтесь страдать. Ни за что. Спи! Побереги свои испарения для кого-то другого, хвостатый. О, что делать? Вы идете со мной. Китти, беги. Ой, мама. Внимание. Бедный Крафти, что делать? Она нам поможет. Кто? Я? Пойдем, Мэри. Нам нужна твоя помощь. Новое приключение? Окей. Привет. Вау, я в игре. Ну, как она нам поможет? Он прав. Знаю, твой кулон. Делюсь самым дорогим. Держи. Ух ты, настоящий кулон Кэтнепа. Даже не верится. Теперь ты будешь нашей доченькой. Обалдеть! Вау! Мы должны спасти единорога Крафти. Я с вами. Вперед, семья! Итак, первый урок. Выпускаем когти и превращаем мышку в решето. Ого, выглядит опасно, но очень круто. Твоя очередь. Хорошо, папа. Выпускаем когти, выпускаем когти. Не работает. Эх, смотри, посильнее напрягаешь лапы и нападаешь. Попробуй. Окей, напрягаю лапы и... Ничего не выходит. Ладно, попробуем такой способ. Любимая игрушка всех котят. Как весело! Такие яркие перышки. А когти все равно спят. Может, у меня их вообще нет? У всех котов есть когти. Нужно просто найти подходящий способ. И у меня такой есть. Попробуй, котенок. Ах ты, злодей!
Лучше я отойду. Отлично, Мэри, продолжай в том же духе. Тебе конец, косолапый. Вот тебе за испорченную свадьбу. Фух. Устала. Моя умничка, дочка. У тебя получилось. Отличная работа, котенок. Что произошло? Точно. Медведь. Нет, Мишка, пощади. Никогда. Нет. Отлично. Еще одна игрушка в моей коллекции. Пойдем, твое место на полке уже заждалось. Откуда в нем столько злобы? Погодите. Да это же тот самый Мишка. Он был любимой игрушкой, а потом про него забыли. И он стал никому не нужен. Бедняга. Жаль, что так вышло. Тебя это не касается. Пора добавить единорога на полку. Готовься, Крафти. Нет, прошу. Пойдем. Больно не будет. Нет, неужели я закончу вот так? Помогите. Тебя все равно никто не услышит. Не понял. Сломался, что ли? Не работает. Да чтоб тебя. Стой здесь. Я сейчас разберусь. Ну, в чем дело? Чтобы превратить улыбающихся зверьков, нужен кулон Кэтнэпа. Вот это поворот. Вот гадостный кот. Без него не обойтись. Ладно. Ты посиди тут, а я достану кулон. Здравствуйте, вам пицца. Ты заказал? Я думал, ты или Мэри. Да какая разница? Это же пицца. Я возьму. Ого, голодная. Налетай. Свеженькая. Видение. Хрустящая корочка, как я люблю. Супер, они заняты пиццей. Теперь вторая часть плана. Я их отвлек, можешь вылезать. Отлично. Все как договаривались. Я свое слово держу. Спасибо. А теперь проваливай. С радостью. Только рюкзачок верни. Валяй. Ох уж эти медведи. Блаженство. Кулон должен быть где-то здесь. Чья лапа? Медведь! Мэри, прячься за диван. Мы с папой его остановим. Пицца была ловушкой. Ты зря сюда пришел, лохматый. Спи. Ага. Остыньте, котики. Ах ты, коварный злюка. Подготовился. Это еще не все. Рыбка. Свежая. Дай. Хотите? Очень. Приятного аппетита. Брняу. Рыбка. Еще парочка новых игрушек. Смотри, какая сочная. Попались пушистики. Он нас обхитрил. Мамочка. Папочка, что делать? Я должна спасти их. Давай сразимся, медведь. Только ты и я. Что? О нет, я опоздала. Кошмар. Бедные Кэтнэп и Киттинэп. Вот эта схватка тут была. Я спасу их. Стоп. Медведю нужен кулон Кэтнэпа. Но он его не получит. Есть идея. Нужно не только спрятать кулон, но еще и подменить его. Ну-ка. Идеально. Немножко усилий. Результат супер! Ни один медведь в мире не догадается, что это подделка. Остановись! Мелкая тут. Мелкая, да крепкая. Кулон. Я должен его отнять. Ничего не выйдет. Спи! Ха, тоже меня напугало. Нечего тут воздух портить. Так-то лучше. О, нет. Мяу. Кулон, сюда. Ты в камеру. Милости прошу. Посиди, подумай над своим поведением. А мне пора превращать зверьков в игрушки. Блестящий. Ну-ка, кулон на месте. Теперь за дело. Отпусти меня, чудище. Сам такой. Надевай кандалы. Надевай, говорю. Ты еще об этом пожалеешь. Скажи гудбай. Что? Все равно не работает. Но как? Все просто. Это никакой не кулон. Это обычный шарик. Оп. Пушистая хитрюга. А ты думал, ты один такой умный? Кулон у меня. Ой. Дай его сюда. Чего? Не тронь ее. Неприятно. Да, мы спасены. Какое счастье. Злобный медведь нас больше не тронет. Ура. Он не всегда был злым. Смотрите, у него была хозяйка. Ну, а потом что-то произошло. Она выросла и бросила меня. Мы должны ему помочь. Медведь, иди к нам. Это вы мне?
Да, давай дружить. Ой, что вы делаете? Объятия? Я уж и забыл, что это такое. У меня есть друзья. Я снова нужен. Обещаю, я больше никогда не буду злым. Мэри! Я не видела, чтобы она выходила из комнаты. Мэри, ты где? Костюм мы твой починим. Мэри, ты где? Эбби, меня зовет сестра. Мне пора домой. Останься с нами, ты же наш котенок. Но мы только подружились, а ты уже уходишь. Хочешь со мной? С радостью. Прощайте, зверьки. Прощай, Мэри, как грустно. Куда делась эта непослушная девчонка? Мишка, со мной. Ой, ты где была? Ничего не забыла? Прости, я все наглажу, обещаю. Эбби, приветик. Привет, подружка. Ма-ма. Нас ждет крутейший вечер. Ну, конечно, они же взрослые. Пойдем скорее, Мэйк сам себя не сделает. Ну и ладно. Знаешь, Мишка, есть идея. Я уговорю Эбби взять меня с собой. Может, встретишь там со зверьками? Возьмите меня с собой, ну пожалуйста, Эбби. Ни за что, ты еще мелкая. Лузерша. Пожалуйста, сестренка. Ладно, уговорила, только надень вот это. Вау, крутая футболка, я быстро. Наивная мелкая, уходим. Ну, как я вам? Девчонки? Нет! Они меня обманули! Постойте, как это? Вау! Приветик! Кэтнеп! Крафти! Улыбающиеся зверьки! Собственной персоной, Мэри, теперь ты одна из нас. Вы хотите меня удочерить? Я согласна! Хочешь попасть на эту вечеринку? М? Да, очень хочу! Но она только для тех, кому больше 16. Упс. Не беда, Крафти, твой выход. Возможно, немножечко пощиплет. Ой, какие странные ощущения. Вау, я взрослая. Наконец-то. Вещички маловаты. Согласна, не очень. А вот это получше будет. Примерь-ка. Ой. Обалдеть! Я плюшевая! Теперь ты к вечеринке готова. Эбби и ее друзья сейчас просто обзавидуются. Такая крутая тусовка! Постойте, это же... Ага, не ожидали? Видели бы они свои лица. Всем приветик! Мур-мяу. С Мэри улыбающиеся зверьки! Я вижу, что-то тут нечисто. Вечеринка просто шикарная! Будем танцевать до утра. Простите, я слегка опоздал. Приветик. Прекрати. Каждый раз ведется. Ладно, ладно, отпускаю. Ты достал со своими электрошуточками. Упс, виноват. Это наша новая подружка Мэри. Привет. Рад знакомству. Не люблю рукопожатия. И правильно. Хочешь узнать о нас больше? Конечно, с удовольствием. Тогда приглашаем тебя в гости. Мы первые. Вот тут мы и живем. Здесь так круто. Ауч. Почему он вечно бегает? Ну, он же заяц. Добро пожаловать в новую семью. Спасибо. Ну что, посмотрим презентацию? Устраивайтесь поудобнее. Все готовы? Приятного просмотра. Смотри, смотри, начинается. Я хоппи-хоп-скотч. А я Бобби Биар, люблю обниматься. Крафти Корн. Творчество мое все. Кэтнеп, к вашим услугам. Убаюкаю кого угодно. Мы улыбающиеся зверьки. Вы просто чудесные. Теперь я люблю вас еще больше. Эй, Мэри, а хочешь порисовать? Я обожаю рисовать. Вот и чудно. Ты рисуй, а мы отойдем ненадолго. Скоро вернемся. Хих. Интересно, куда они пошли? Наверное, готовят для меня какой-то сюрприз. Пойду гляну. Ну что ж, все почти готово. Наша затея гениальна. Совсем скоро мы превратим наивную Мэри в крюшку-привереду. Может, они готовят конфетки? Чего? И она навсегда останется улыбающимся зверьком. Глупая девчонка. А теперь за работу.
Что? Но я не хочу становиться хрюшкой. Что же делать? Пойдемте, зверьки, пора доделать изобретение. Нужно как-то выбираться отсюда. Вижу дверь. Заперто. А это что? Паровозик может быть подсказкой. Где-то я такое уже видела. Думай, Мэри, думай. Точно, вот же он. А вот и ключ. Нужно бежать. И чем скорее, тем лучше. Получилось. В чем дело? Я тут занят вообще-то. Прости, я не хотела. Ну-ка, брысь. Опс. Ошиблась дверью. Мэри! Как-то совсем не хочется идти. Выбора нет. Хочешь, закажем еду? Выбирай, что душа пожелает. Ну, не знаю. Ой, я перекусить не помешала бы. Пусть будет пицца. Принято. Оп, я прибыл по адресу. Точно, все верно. Приветствую, пиццу заказывали? Туда. Понял. Улыбается. Молодец. Надо дать ему хорошие чаевые. Привет. Ваша пицца. Помоги мне, пожалуйста. О чем это вы? Потом все объясню. Только тихо. Окей. Эй. Счастливо оставаться. Вернись. Твои чаевые, парень. Спасибо. Угу. Как там наша Мэри? Ну, как тебе пицца? Эй, где Мэри? Китнэп! Фух, чего кричишь? Девчонка обо всем догадалась. Пыталась нас обхитрить. За ней. Вот так-то. Нет. Даже не думай сбежать. Ух, вредина. Ой, помогите. Ай. Серьезно? Она что, смеется? Спаси! Далеко собралась. Ты никуда не уйдешь. Только обратно. Простите за это недоразумение. Ничего. А теперь вон. Эх, Мэри, ничего ты не понимаешь. Тебе понравится быть хрюшкой. Главное не стать таким, как этот Хаги-Ваги. Не захотел быть одним из нас? Вот и получай, предатель. Скоро будешь хрюкать и улыбаться. Не буду. Оппи, нам нужно доделать пушку. Оставь грушу. А ты жди здесь. Ну, должен же быть какой-то выход. Кажется, придумала. Это должно сработать. Немного хитрости. И я буду на свободе. Приоденемся. Какие ушки. Последняя деталь. Я готова. Ням-ням-ням. Можешь дать мне ключи от двери? Конечно, Кэтнэп. Ура! А теперь на волю. Куда разогналась? Вы только посмотрите на эту самозванку. Как не стыдно. А-а-а! Я все равно убегу. Жизнь удалась. Крафти, как ты могла перепутать меня с ней? Выбрасывай еду, она тебя отвлекает. Ты прав. Дело важнее. Иди уже. А ты только посмей еще что-то учудить. Наше изобретение завершено. Отлично, значит, пора. Не надо. Время превращений. Стоять! Не с места. Отпустите мою сестру, или я применю это. Ты? Как ты нас нашла? Не понял. Это еще что? Красная точечка. Мрмяу. Какой ужас. Кэтнэп и Хоппи нейтрализованы. Мэри! Фу, гадость! Сестренка, пойдем домой. Ага, побежали скорее. Замри, коварная лошадь. Ой! Я снова маленькая. Вот теперь домой. Пора! Есть, у них получилось. Бррр. Ну и денек. Где Мэри? Крафти, куда они побежали? В ту сторону. Улыбающиеся зверьки! Я вас обожаю! Вы думаете о том же, о чем я? Еще бы! Готовьте пушку, друзья! Я ваша фанатка! Приветик! Ты нам тоже очень нравишься! Добро пожаловать в семью! Ура! Вы хотите меня удочерить? Уже удочерили! А теперь попрыгали домой! Держись! Оп! Мы первые!
Хоппи, ты такой быстрый! Слишком быстрый. Мои лапки не готовы так бегать. Вау. Ну вот, здесь мы и живем. Вау, здесь так круто! Столько обалденных штук! И все в стиле зверушек! Вау. Мне очень нравится! Они похитили Эмбер и пытаются подкупить ее безделушками. Эмбер, это твоя новая одежда. Примерь. Ух ты, это же мой любимый цвет. Бегу надевать. Она клевая. Сам в восторге. И кажется, их трюки сработали. Раньше ты любила меня, а теперь у тебя новые друзья. Готово. Зацените. Ну как вам? Просто прелесть. Костюмчик сидит идеально. Он такой удобный и мягонький. Можно в нем всегда ходить. У нас тебе можно все. И даже на диване прыгать. Хоппи, что скажешь? Ну, конечно. Что это за жизнь без прыжков? Обалдеть! С вами так весело! Может, ей правда будет лучше с ними. Эмбер, у меня для тебя есть подарочек. Хочешь порисовать? Конечно! Спасибо! Нарисую нас всех вместе. Ты такая талантливая. Нам пора. Да, принесем вкусняшек. Эмбер, пора перекусить. Она просто чудо. Да-да, идеально нам подходит. Тогда хватаем бургеры и вперед. Такие ароматные. Думаете, этого хватит? Достаточно всего одного кусочка, и она просто не сможет остановиться, пока не превратится в хрюшку. И тогда она станет одной из нас. И больше никогда не вернется домой. Точно! О, нет! Я должен сорвать их коварный план и спасти Эмбер! Эмбер, подойди сюда! Мне показалось, или меня кто-то зовет? Может, это сквозняк? Странно. Эмбер, привет! Хаги, чего тебе? Тише! Ты в страшной опасности! Что? О чем ты говоришь? Зверьки задумали нечто ужасное. Да ладно, не верится. Ну-ка, залезай. Ай, аккуратнее, голова. Ой, ауч. Ты в порядке? А теперь вставай и расскажи мне обо всем поподробнее. Смотри, здесь их план. План? А может, ты просто выдумываешь? Сама посмотри. Они хотят превратить тебя в хрюшку. Но я не хочу быть хрюшкой. Отлично. Вы раскусили нас, умники. Не трогайте ее, иначе будете иметь дело со мной. Ой, боюсь, боюсь. Если хотите отсюда выбраться, вам придется пройти челлендж. Какой еще челлендж? О, а вот это интересно. Я люблю челленджи. Вот и прекрасно. Тогда начнем. Итак, первое задание – танцевальный батл. Класс, Бобби! Ты такая коварная! Но я плохо танцую. У нас нет выбора. Мы первые. От нас пойдет самая талантливая – наша Крафти. Приветик, обожаю танцы. Вам меня никогда не перетанцевать. Ну а вторым танцором буду я. Нет, я. А вы проиграли. Нет, у нас есть шанс. Это вряд ли. Мы с Крафти в танцах лучшие. Давайте, девчонки, покажите этим двоим, кто здесь самые крутые танцоры. Что тут показывать? И так ясно. Это мы. Дай пять, подружка. Ура! Мы превратим Эмбер в хрюшку. И Хаги-Ваги тоже. Нет, не надо. Была, не была. Смотри, сейчас будет кринж. Проходите, не стесняйтесь. Хаги, мне страшно. Я знаю, Эмбер, мне тоже. Ну, начинайте. Что это за музыка? Как под это вообще можно танцевать? Может, как-то прыгать? Да нет, бред какой-то. Хаги, пробуй повторять за мной. Я пытаюсь, ничего не выходит. А если так? Ауч, моя спина. Ха-ха-ха-ха, вот бедняга. Хаги, ты в порядке? Прости, Эмбер, я тебя подвел. Не грусти, задание было дурацкое. Мы выиграем в другом. Следующее задание – еда-челлендж. Нужно съесть прекрасный тортик на время. Кто первый съест, тот и победил. Присаживайся, хрюшка Эмбер. Только посмотри на эти сумасшедшие десерты. Так и манят, правда? Нужно целый торт умять, хоть бы не стошнило. 3, 2, 1, начали. Не челлендж, а мечта сладкоежки. Эмбер никогда меня не обгонит.
Я хочу остаться девочкой. Никакой зеленый заяц с глупой улыбкой меня не победит. Вау, Эмбер догоняет Хоппи. Осталось совсем чуть-чуть до победы. Давай, Эмбер, у тебя получится. Последний кусочек. Да, я это сделала. Победа за мной. Эмбер, ты молодчина. Мы сравняли счет. В финальном раунде будет участвовать самый спокойный из нас. Кэтнеп. Я? Ну, наконец, настал мой час. Ты иди. Теперь твоя очередь. Хитрый какой. Ладно, ладно, ты права. Итак, попробуй выбраться челлендж. Кошмар какой. И что теперь нужно делать? Ну, это же очевидно. Вы закованы в цепи. Ваша задача освободиться. Моя кошачья гибкость мне поможет. А что поможет мне? Да начнется игра. Значит, нужно как-то открыть замок. О, а вот и ключик. Только как до него дотянуться? Почему бы не выиграть немного времени? Я не могу снова подвести Эмбер. Тем более, Хагги должно быть устал и не против отдохнуть. Правда, Хагги? Я промахнулся. Нет-нет, отличный бросок, Кэтнеп. Но почему мне так не повезло? Это карма, пушистый. Не надо было читерить. Вот так-то. Я свободен, я победил. Иди попей молочка, Соня. И Кэтнеп называет себя гибким. Глупый пузатый котяра. Хагги, ты молодец. Мы победили, мы свободны. Я так рад, что ты в безопасности. А теперь домой. Да, вперед. Она должна была стать нашей хрюшкой. После такого дня нужно хорошенько выспаться. Почитаешь мне? Конечно. Давай-ка тебя укроем. Итак, жили-были улыбающиеся зверьки. Кэтнеп, Пики-Пиги, Хоппи-Хоп-Скотч. Спать. А? Как много комнат в этом приюте. Какую выбрать? Идут! Зверьки уже близко. Их цель — схватить девчонку и ставить над ней опыты. Эх, пишите в комментариях, где она. Каждый посмотрит в своей комнате. Проверьте каждый уголок. Надеемся, Тесса хорошо спряталась. Я тебя найду, маленькая девчонка. Ты за шторой? Нет. Странный шорох. Что там? У нас завелись... мыши? Ага, мыши. Девчонка в бассейне. Ха! Я буду защищаться! Получай! Вредный свин! На, на! Контрольный! Ой! Похоже, Тесса снова зашла не в ту дверь. Это ночь кошмар. Кэтнеп собирается наброситься на Тессу. Пики-Пиги тоже на низком старте. Ой! Упс, не буду задерживаться. Наконец-то ты выросла, моя морковочка. Нужно вести себя потише. Надеюсь, не заметит. Хватит жевать! Помогай искать подопытную! Что? Может, она в твоей комнате? Я бы заметила. Она здесь! Обнюхаем каждый сантиметр. Ей не выбраться. Пахнет полезными овощами. За стеной тихо. А я загляну. Надеюсь, никто не заметил. Упс, у меня аллергия на шерсть. Апчхи! Ой-ой-ой. Вот ты и попалась, крошка. Смотрите, птичка. Где? Как она здесь оказалась? Лестница. Мой шанс. Мамочки, как надоело бегать. Ну, где-то же должен быть выход. Может, проход за часами? Нет. А может, дыру прикрыли креслами? К-
Какая интересная кнопка. Выход? Ой. Наконец-то ты попалась. Нет, у меня воняет изо рта. Пора сваливать. Странное чувство. Кэтнэп перестарался. Пигги снова в отключке. Ах, и зайка не устояла. Кэтнэп сам себя усыпил. Я была на волоске. Как страшно. Нажму. Хуже не будет. Ой! Наконец-то Тесса попала домой. Моя комнатка. Животные-монстры. Надеюсь, больше не увидимся. Прощайте, зверьки-похитители.